вообще непонятно, с чего она сделана, почему она так выходит. ГМЗ 850-й был в том году. Вот на проляжке вот так вылазили. Ну там тоже. Они вот так вот раскрывались. Да, ну она с этой стороны, видишь, раскрылась так. О. Розочкой. Ну это знаешь, я тебе скажу, я их разворачиваю, камазовские, они все такие, как типа. Чего они сделаны эти? Чугун с какой-то фигней, короче, как керамика или что-то такого. Да она вся развалила. Нормально. Ну-ка повращаю. Там походу углерода вообще нету в этой заправляшке. Или наоборот его много? Нет, если бы много, она бы вообще просто как пуля стреляла. А если у нее эластичность появляется вот такая, вот такого плана, значит углерода совсем мало. Пару совков не докинули? А? Пару совков на тигель не докинули? Да. Нормально вообще. Да, это что-то, наверное, с качеством какая-то беда. Да, может такая партия. Как сварили, короче, так и налили.